Всем привет! Сегодня мы будем создавать локальный туман для нашей игры. Это необходимо в тех местах, где у нас, допустим, речка. То есть не постоянный туман по всей карте, а в определенном месте. Либо, допустим, вы в какой-то комнате хотите сделать какой-то приглушенный свет такой, это дальность прорисовки, так скажем, меньшую. И, в общем, давайте начнем. Так, создадим наш папочку какую-нибудь. Назовем ее так, ну давайте какой-нибудь фокон какой-нибудь. Так, в ней мы создадим наш материал новый. Материале у нас будет так. Для начала нам необходимо дать blend mode другой, не opaque, а additive. Вот он нам больше пригодится. Так, standing model ставим таким же. В принципе, дальше давайте создадим несколько переменных. Так, воткнем сюда. Так, constant free vector. А, так, нет, не constant free vector, а... Давайте так воткнем лучше. Так. Констант 3 вектор. Все, вот это. И переведем ее, давайте сразу в параметр. Конверт параметр. Назовем ее color. Все. Теперь... Давайте создадим новый мультиплай. Будем объединять. Скопируем сразу этот, чтобы у нас несколько мультиплаев было. Давайте это запихнем в букву B. Так, сюда Sphere Mask. Вот она. Тыкнем ее в буковку A. Далее мы это соединяем в Base Cover. И теперь что? Теперь нам нужно... Так, в Sphere Mask уже подсоединять несколько штуковин. Давайте... Так... Может быть, отсюда вытащить. Так, что-то не совсем понял. Здесь, короче, надо. Так, давайте просто World Position поищем. Так, World Position, вот она. Да, вот она. Почему-то абсолютно не считывается. Так, World Position. Так. Теперь нужна... Particle position. Так, возможно, вот это.
Да, скорее всего, она. Так, дальше мы также патикл радиус вытаскиваем. Патикл радиус. Его мы в радиус ставим. Так, сюда мы должны прописать нашу переменную. Нажимаем циферку 1 на клавиатуре и нажимаем на, получается, на данную вещь. Так, и в параметр переведем. Назовем его так же, как и называется на sphere mask. Hardness. Так, мы ее будем изменять в будущем. Это у нас будет, так скажем, затемняющий фон создавать. Давайте это немножко сдвинем, потому что нам еще несколько штуковин надо будет ставить. Так, вставляем мультиплай. Мы его скопировали. Давайте ставим еще один мультиплай. Соединим его. Мультиплай сразу на Emissive Color. Или же Opacity. Так, сейчас подумаем. Sphere Mask мы подсоединяем мультиплай буковку А. Так. Далее создаем новый параметр. Также нажимаем циферку 1. Нажимаем на наш, получается, event graph. И также переводим в параметр. В параметр мы пропишем наименование existition. Который мы тоже также будем менять. Так, далее. Далее мы заведем такую штуковину, как текст координат. Текстур координат. Ее мы помин... Так, продолжим как ротейтор и так и вспомнить бы, что тут можно будет поставить. Так. Сейчас. Та-та-та. Так, какой здесь параметр? Я немножко... Пеннер, давайте. Да, вот, скорее всего, пеннер. Пеннер. Да, координат пеннер. Все.
Теперь нам надо завести несколько текстур, которые будут отвечать за сам, так скажем, туман. Давайте импортируем их. Вот я их подготовил. Несколько вариантов. Видите, первый и второй. Это я их сделал сам. Но лучше бы их, конечно, найти. Так, мы теперь берем их и перетаскиваем наш материальчик. Сейчас они у нас покажутся, прорендерятся. И мы определимся. Так, нет, вот все, в принципе, по картинкам мы определимся. Так, Fog 2 я поставлю наверх, потому что у него больше черных пятен. И мы соединим его здесь. Координейт соединим сюда. Сдвигаем, уменьшаем расстояние. Так, теперь нам Add нужно добавить. Буковку А на клавиатуре нажимаю и на самом этом. Здесь мы объединим, получается. Давайте буковку А поставим сюда, буковку Б сюда. Так, субстракт. Это мы ставим буковку А, это ставим буковку Б. В общем, такое вот делаем перемешивание. Так, теперь мы это все. Так. Что-то я забыл. Давайте буковку Add добавим тоже сюда. И соединим это все вот так. Так, Multiply. Давайте сделаем в opacity. Так, наше, по сути, вроде бы все готово. Аддитив мы нашему назначили материалу. Давайте сохраним API. Так, теперь... Пока у нас сохраняется он. Так, на нашей, так скажем, карте расположены такие штуковины, как Expansional Height Fog и Atmospheric Fog. Вот давайте на Expansional Fog. Я его в прошлый раз ставил, когда мы делали дождь. Так, и на нем, кстати, воткнем Volumetric Fog. Обязательно галочку проставим, для того, чтобы наш материал, так скажем, создавался корректно. Теперь создадим Particle System. И в нем будем создавать наш, получается, туманчик. Прежде чем создавать саму Particle систему, давайте наш материал, мы из нашего материала создадим инстанс. Так его и пропишем. Сохраним все общее. Так, теперь
Как мы открываем, здесь ничего у нас не будет. Что мы будем делать здесь, видите? У нас есть параметры, которые мы будем менять. Видите, когда мы меняем, есть какие-то значения другие немножко. Здесь мы выставим, давайте, белым. Двоечку. Какую-нибудь единичку. Кстати, мы можем там прописать сначала. Давайте это сделаем. Наш материал. Hardness давайте пропишем какую-нибудь. Давайте единичку пока воткнем. Extension давайте тоже единичку. Сохраним. Так. Сохраняет. Color выставим белым. Все, готово. Теперь в нашем патикле давайте required. Мы установим наш fog instance. Я его выделил и пробил сюда. Сейчас у нас компилится, шейдерится. Далее мы перейдем в spawn. Констант поставим единицу или 2. Давайте пока 2 поставим. Так. Здесь выставим distribution как float uniform. Нет, это не в спауне. Спауне у нас также будет. Давайте сбросим. Здесь у нас двоечку пропишем. Limit time. Limit time. У нас uniform. Все отлично. По единице. Давайте пропишем по 2. Можно даже больше. Это все зависит, где будет находиться дым. Вот такой вот немножко ужас происходит, но сейчас все исправим. Так, initialization size у нас пропишем так. Давайте 200. По нулям. И так, минимально, максимально. Сейчас тоже определимся, это мы. Так, выставим еще одно значение, как. Так, location. Давайте сделаем как цилиндра его. Цилиндр. Цилиндра у нас будет стартовый радиус. И стартовая высота. Стартовый радиус проставим где-то 300. Высота... Давайте 100. Почему-то стартовый радиус он у нас не показывается, но по сути должен показаться. Хотя бы для определения, где он. Так, возможно, мои текстуры не совсем приемлемы. Или же я что-то ошибся в создании материала. Так, здесь, здесь и здесь.
Давайте за место add мы попробуем поставить то же самое multiply. Копирую. Соединим все сюда. Multiply уже соединяем буковку B. Проверим, как он будет отображаться у нас так. Сохраняется материальчик. Сейчас перейдем в партиковую систему. Вот, да. Уже более-менее хорошо, но есть какой-то не совсем. Давайте выставим здесь 6. Какой-то немножко косячок. Это уже, скорее всего, все-таки в наших материальчиках проблема. Так, воткнем его где-нибудь здесь. Да, это в наших материалах проблема. Давайте выставим спаун побольше, чем 6. Давай как-нибудь пропишем, не знаю, 20. И запустим Play Editor. Так, проблема в нашем материальчике. В принципе, это уже получается какой-то пар дым. Можно сделать такую же штуковину из люка вылетающей. Так, initialize, давайте выставим. Тоже по 200 как-нибудь пропишем. Минус 25. Посмотрим, как это выглядит. Так. Понял, что ничего не понял. Давайте попробуем поменять местами. Может быть, что-то изменится, более красивее станет. По сути, здесь все меняется. Тоже может быть. Так, сохранили. Есть небольшие косячки, но это получается, конечно, не дым, это уже пар. Проблема в материале. Данные штуковины, конечно, нам не особо подходят. Ну а так, в принципе, все работает. Давайте можно, конечно, уменьшить. Так. Максимально 200, минимально 200, да? Давайте сделаем 10. Так, теперь можем изменить немножко дым, цвет.
если, конечно, необходимо. Но мы не будем это делать. Оставим как было. Короче, надо поработать над текстурами, потому что они немножко выглядят несуразно. Потому что я их скачал с обычного поисковика, набрал дым и сварганил два PNG файла. Ну, все остальное, в принципе, работает. На этом все, друзья. Локальный туман у нас практически готов. Единственный косяк, то что у нас слишком вверх поднимается. Чуть-чуть поправлю и покажу вам как-нибудь в будущем ролике. Lifetime. Давайте также два выставим. Можем сделать. Ух ты, я не то выделял. Если я увеличил по размерам, сами видите, да, что происходит. Проблема, они как-то поворачиваются за мной. Тоже, в принципе, поправим. А, я понял, почему у нас получается. Наш цилиндр почему-то расположен не так, как необходимо. Вот из-за этого я его, в принципе, здесь не вижу. То есть он у нас расположен не так, как нужно. Проверим так. Наверное, надо restart level сделать. Нет, все равно он почему-то у нас в другой. Так, берем, делаем разворот на 90 градусов и, а ему пофигу. Да, это проблема. Ну что, друзья, давайте я как-нибудь подработаю эту штуковину и вам, в принципе, покажу чуть позже. Вот так, все. До скорой встречи. На следующих стримах, возможно, посмотрим, как работает атмосферный туман и туман, который расположен. Получается, в низких, так скажем, высотных частях. Это тоже, в принципе, штуки классные.